Привет, друзья! Почему на вебинаре с Шейлой, который мы будем проводить 2 марта в 20 часов, мы будем давать технику, с помощью которой можно быстро выходить в нулевое состояние и там избавляться от каких-то обид, от чувства вины там, и так далее, и формировать у себя желаемые отношения, мотивы, налаживать вообще гармонию с собой и с миром, с людьми. Почему мы говорим о нулевом состоянии? Потому что это нулевое состояние, это как нейтральное положение в коробке передач автомобиля, через которое происходит переключение скоростей. Точно так же в мозге все базовые состояния работы мозга происходят, их переключение через это нейтральное состояние. Вот это нулевое состояние. И чем быстрее вы научитесь выходить на это нулевое состояние, тем быстрее вы научитесь улучшать свою жизнь, свою судьбу, свое здоровье, свое творчество, потому что это главный переключатель. Он происходит через нейтральное состояние, так называемое нулевое состояние, состояние свободного сознания. Да, я вам в следующий раз расскажу, да, что это такое. На вебинаре вы это получите практически. До встречи, друзья!